Всем привет, ребят! Ну что, у нас сегодня очередной тест на битве гильдии. И старенький тест стареньких героев, правда, они на максималке. Вот такой вот у нас будет купидонище. Только мы сейчас ему сделаем вот так вот, чтобы его не сливали так просто. Так, варлок на максимальную атаку. Варжей для отхила ара. Заблокировки дерева и хрон. Ну и будем, конечно, мы их всех сразу выкидывать, потому что вариантов как бы особо нет. Так, поехали, посмотрим там, наверное, если у меня нападение будет, я уже давно стою. Так, 370, 340, вот тут хоть по 500. Я понял, ну поехали, быстренько будем пробовать. Так, что у нас тут? Восьмовижу. Так, ну-ка попробуем, смотритель у него стоит. Так, отхил у нас есть. Так, сейчас нас огник тут всех ушатает. А может и нет, если справимся с огником, то в принципе шансы у нас будут. Ну! Дерево резнуло, видите, а огника слить не можем. А заходик реально хорош. А, там еще у нас Фрей есть. Оу, щит. Я бы так сказал. Это Андриэл будет, конечно же. Посмотрите, Космо тут. Ара не знает, куда бежать. Так, ну надо Космо вырубать однозначно. Блин, тут юнитов, конечно, дофига. От Варлока тут толку никакого не будет. И это печально. Нет ворожея, нет варлока, там еще у него огник, уже понаделывают этих огников, что хочешь с ними делаем. Фрея, ну а что Фрея, для того чтобы слить Фрею, надо чтобы все живы были, и ара блокировала. У него еще, кстати, воодушевлений всех нету. Герлах, а вот Фрэнки. Не понял, ты что, он воодушки уже понадевал? Для это я уже другого атакую. Да не, вроде тот же. А, да, уже воодушевление стоит. Видимо, проходил с Фрей. Мартанула, а ну-ка сейчас вернемся. Его знаю. Да, вот он проходил. Ну. Пробуем. Пробуем, тестируем. Так, тут опять же Космо. Космо, Фрея, все дела. Ну, есть вариант вот так вот, если мы успеем заблочить, но опять же. Это не вариант, ребят. Даже если у меня 30-е прорывы, это все равно не спасает. То есть настолько бесполезны старые герои, что просто жесть. Это максимальные прокачки. То есть старенький наш состав уже ну никак не катит на битве гильдии против этих зверей. Что бы вы ни делали, это просто жесть. Ну вот, хоть красава, хоть кто-то нашелся. Но это, конечно, зря. Я так вы никогда не победите, потому что тут нереально. Ну, единственный вариант — это ставить еще сюда Фрею и делать надежду на то, что Фрея спасет. Но опять же, это не точно. Вы видите? Это вообще не вариант. Вроде как бы да, но вот Фрея сбоку стоит, но мы не можем дальше пройти. Тут вариант Атланта просто запустить чисто, как вариант. Либо вот так вот через Фрею блокировать. Но у меня опять же нету Фреи.
Я сейчас дальше дойду, но я сольюсь, скорее всего. Сольюсь либо на Бугимене, либо... А, нифига себе, посмотрите. Ну ничего себе, ну все это, имбо состав, ребята. Затащили, ушатали Огника и всех остальных. Правда, у нас 30-е прорывы всего лишь. У героев несколько раз увеличены статки. Но ничего не поделаешь. Ну, в принципе, как вариант, ну, это угольная раста. И это все печально. Хоть одного прошли. Так, тут тот же самый вариант воодушевления. Не, воодушек нету много, кстати. Как ни странно. Так, что у нас тут Роза, Огник немножко дальше. И Фрейя есть. Но опять же, видите, мы там в прошлый раз тоже через Фрейю побежали. И очень удачный заход получился. Тут можно попробовать сделать то же самое. Через Фрейку. Отлично. Самое главное, чтобы Фрейя не включилась. А, там у нас Роза есть. Ну все, ребят, поехали сливаться. Воу-воу-воу, красавчики. Огника, Огника шатаем. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ну что, как думаете? Затащим? Конечно, затащим. У нас других вариантов просто нет. Только-только шатать его. Но с выживанием, да. С выживанием, кстати. Ну, у нас недомогание есть, плюс блокировка от Ары. То есть шансы слить его у нас все-таки есть, хоть какие-то. Плюс у нас есть юниты, можем пока юнитов... А, все, отлично. Без проблем. Неплохо. Пробуем тут. Тут выражаясь водушкой. Варианта Ары здесь использования, это только... Ну, видите, тут космос водушкой. Тут единственный вариант, это пробовать включить Атланта. Давайте сначала всех таких более сложных прием. Тут тоже воодушки. Только Атланта надо включать. Ну давайте попробуем. Не знаю, попробуем Атланта поставить. Вместо кого? Рона мы оставим. Вместо Купидона. В принципе, можно вместо Купидона попробовать. Варлок нам для дамага нужен. Ворожей для отхила. Дерево для реса тоже надо. Да, Купидон, конечно, тоже атаку офигенную дает. Но попробуем хотя бы Атлантом забежать. Такой вот Атлант у нас будет. Я, кстати, на него обзор еще не делал. Но Атлантище тащит. Так, пробуем такой вариант. Ставим сюда ангела. Поехали. Против водушек должно зайти, по идее. Такс. Самое главное, чтобы он быстренько добежал. Он быстренько, сволочь, не добежит. Ну давай, 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 чуть-чуть. Не добежал. Хорошо, давайте не железку поставим, что-то другое. А, давайте бег поставим. Вот ради интереса. Пусть будет ангел и поставим бег. Где там этот бег Рылева? Вот он. Вот это сейчас будет топ забег. А, так. Давай, талант. Талант, говорю, Атлант. Тащи, красава! Угу, затащит. Но ему надо еще, блин, тут... Тут и ремка нужна, с одной стороны, ему надо включиться сразу. Видите, его смотр гасит. Жертвовать каким-то... Каким-то героем.
можно, в принципе, хроно запустить как вариант. Ладно, давайте попробуем. Запустим хроно. С одной стороны Атланта, с другой. Это как вариант. Я не уверен, опять же, в том, что кто-то с этого получится, но можем помучиться. Нам надо просто, чтобы Атлант включился. Так, Космо выпускаем на хрону, отсюда Атланта кидаем. Как-то странно, кстати, посмотрите. Космо не сливается на этом. Ну-ну-ну-ну-ну, давай, Космо! Космо, знаете, с чем? Космо с ПД-шкой, проклятый доспех. Поэтому Атлан здесь вообще бесполезен будет. Кстати. Так, ну давайте на этом попробуем. Вот Фрейя включилась. А, кстати, вот Фрейя. Отлично, огонь. Что, тот же самый вариант? Да, герой с проклятым доспехом. С ПД-шкой. Что бы вы ни делали, ваши отражалки просто тупо. Вы поняли, что. Но тут есть другой вариант. Тут есть вариант их через Фрейя попробовать заблочить. Если бы Ара, конечно, нормально включался у нас еще. Но вот посмотрите, есть шанс. Правда, там столько отхила, что у нас не хватает урона просто. Но вот держатся они, я вам скажу, неплохо. Давайте пробуем еще разок. Не, не вариант. Ворожей снимает весь блок. Ничего не сделаешь в данном случае. Да, мы там немножко дамажим. Но это, видите, это бесполезно, даже я вам скажу так. То есть можно некоторых проходить, но там, где есть проклятый доспех, Фрейя, к сожалению, помощь будет только рунин. Ставим сюда рунина. Делаем тест опять. Делаем тест рунина. Уж рунин. Мини-ронька. У меня нету, кстати, на питомцах. Точнее, питомцев нету на этих героях. Героях, поэтому шанс слива, ребят. Очень велик. Ну, тестируем. Называется, поставил рунина, а рунина не поставил. Хотя толку нам от рунина, это надо весь состав перенапачивать. Поехали дальше. Нас интересует прохождение максималкой. Мы можем пройти. То есть, видите, есть подашки, есть водушки хорошие. Вы ничего не сделаете этим героем. Как бы вы ни старались, что бы вы ни делали, вас это не спасет. Единственный вариант, там надо будет, у меня есть еще одна идейка по поводу героев. Это мы сделаем в следующем видосике. Такс. Поехали. С этими двумя, думаю, так понятно. То есть тут нифига ты не сделаешь. Таким составом. Другим составом, возможно, и сделаешь что-то. Но... Видите, даже вот ворожай сразу — это минус ара. То есть вот ворожай с водушкой, ваш ара просто беспонтовый будет. Так, тут у нас Космо. Космо тоже с водушкой, кстати. Интересно, а есть у него подашка? Ну, судя по отражалкам, то я бы не сказал. Тоже сложно. Не то чтобы сложно, но печально.
Так, вот почему Арар так? Я не понял, там что, ворожей с водушкой? Это вроде нет. Почему же у меня Ара не включается? Вот, наконец-то Ара включился. Но тут вот, чтобы на этом слиться, надо, конечно, помучиться, потому что тут в центре башня. Вы в любом случае ее не убьете. Я имею в виду ратушу, как башню. А тут еще, я смотрю, есть ржалочки. Блин, мне это показалось. Ну, с этой стороны вы тоже зайти не сможете толком. Блин, опять Атланта вызывать сюда. Только его сняли. Да, не хватает нам отхила. Я какой тут должен быть отхил? Ну, давайте попробуем. Да, вот сейчас на нем работает неплохо. Да, тут чтобы его слить, надо Атланта ставить. Сольем мы его, не факт, что мы дальше сможем пройти. Там дальше у нас Охник. И другие герои с водушками. Ну, попробовать, в принципе, можно. Ставим обратно Атланта. Так, ну нам тут такой Атлант. Ну, не знаю, заодно сейчас проверим Эссо на Атланте, как на отражалке будет. Сможет ли он себя убивать или нет. Чуть-чуть не хватает, да? Посмотрите на моего Атланта. Ну блин, варлок фигню наносит урона, я вам скажу. Очень мало варлок урона наносит. Печально. Хоть мы этого и слили, дальше вариантов у нас, к сожалению, не особо много. 29%. Охник. Охник и Роза. Без варианта. Не успел даже включиться, бедолага. Нет, не включился. Включился, отлично. Так, Космо мы убрали. Мы это убрали. Дальше что делать нам? Смотрите, что Огник творит. Ну, ворожай Огник. Если Ара у нас сейчас удачно заблокирует, то шанс у нас будет. Ну, Ара, короче, как обычно. Посмотрите, осталось только два героя. Держать, если Атлант затащит. Ну, вряд ли он затащит. Но смотрите, Атлант СО. Это жесть. Самый выживаемый герой, короче. Так, ну видите, тут вариант только так вот делать. Тогда Космо улетает в Космо. У него миллион жизней. Так, ну. Ара. Ара, конечно, печально все с ним. Давайте еще разок. Так, у него там зеленый смотритель, но он его, по сути, не особо спасает.
Видите, что делают. Просто жесть. 30-е прорывы, к сожалению, отдыхают. И тут ты ничего не сделаешь. Ну, видели, шанс был, конечно же. Так, ну тут можно потрешивать Атлантов только с железкой. Смотрите, блокирует. Плюс Фрейя есть. Значит, пробуем. Пробуем, запускаем. Руна. Не дают включиться ему. Всех наших убили. Так, достали мы Фрейю смотрителем. Ну, вариант теперь есть, ара будет просто тупо их блочить издали через Фрейю. А эти сливать будут. Как бы вариант интересный, но шанс слива, ребят, очень велик. Не знаю. Остался огник и Фрейя. Как думаете, затащим? Жестко, посмотрите, что делается. Ай-яй-яй-яй-яй, Атлант. Так, ну Фрейю мы сольем, а вот насчет огника я не знаю. Я, в принципе, если у нас Атлант сейчас останется жив, то шансы есть. Так, огник, Атлант. Ну все, дороги обратно, ребят, нет. Сейчас одна печальная пульта и все. Так, минус хрон. Давайте тащите этого огника. Смотрите, как они с ним там воюют жестко. Блин, сюда бы хрона, конечно, бы уже затащили. По скорости. Так, недомогание сработало. Ну, чуть-чуть. Есть. Атлантище, красава. Короче, Атлант реально тащит. Так, окей. Ну, мы проходим, как видите, не самых топовых. Потому что там смесь талантов, и этот состав просто уже не актуален становится. Так, что у нас тут? Фрейя. Анубис затаренный. Я даже не знаю. Плюс Космо. Так, ну Космо вроде не на воодушевлении. Давайте тогда попробуем. Опять же через Фрейю. Такой вариант. Надо было Космо разрядить. Так, ара у нас слился. Если ара слился, сейчас у нас все посливаются уже. Ну, тут вот через Фрейю тот же самый вариант пробовать. Сейчас нас Фрейя посливает. Тут еще и Роза есть. Так, обезвредили. Вытаскиваем сюда Фрейю и всех остальных выкидываем. Так, Хрона, конечно, мы уже как-то потеряли очень быстро. Это печально. Но не страшно. Дерево, давай рез. Так, там и Роза включилась у нас. Атланта слили. Ну, Фрейя пока. Так, ну, вот такой вот вариант есть. У нас остался огник. Роза сейчас нам тут напортачит. А может и нет. Смотрим. Так, ну, слили этого все. Да, Атлант, конечно, крутой. Так, резнулся. Резнулся и слился. Ну, вариант прохождения тоже есть. Как видите, Космо не настолько опасен.
Так, что-то мы на всех сразу напали. Тут, конечно, нас сейчас раздадут. Надо немножко со стороны выкидывать. Ну, шанс неплохой есть. Останется один огник. Фрейю они сейчас должны ушатать. Я надеюсь. Красавчики просто. Ну, поехали. Опять шанс слива ловить, ребят. Нифига себе. Вот так вот огника просто... Просто жестко ультанули. Круто. Варлок, конечно, это еще то. Ну, такая вот раста тоже проходится. На изи. А, так, ну давайте еще. Кто там у нас? 419. 436. Давайте тут попробуем. А, давайте попробуем. Ну, тут я не знаю. Тут два душки. Атлант просто не доживает. Плюс Фрея. Так, Фрэнки там дамажит нашего этого. Тут ПДшки. Как видите, мои герои вроде как бы и живы. Но отражалка не спасает Атланта. Так, тут эта раста тоже очень интересная. Давай включайся. Мы, наверное, не успеем сейчас. Ну, СО, смотрите, с СО делают сосо. Атлантика, конечно. Так, на ком там отражалка такая? Кто-то с отражалкой, потому что очень заметно, что герой просто тупо тот же самый Варлок или этот вливается. Ну, тут, если очень много задротствовать, поехали сюда. Так, что у нас тут? Космо, Фрея. А, пробуем тот же самый вариант. Вытащить Фрею. И заблочить. Только-только блокировка нужна. Если мы не сольем сейчас, а мы не слили кого-то. Там Бугич. Вот, отлично слили. Вот теперь... Тот же самый вариант, как видите, Фрейя блокируется арой на ура. И это самое главное. Единственное, надо, чтобы ара не сливался. Вот сейчас он слился и все. Дальше у нас беспонтово куда-то идти. Но эта раста тоже проходится отлично. Пробуем Атланта запустить. Так, космо заблочили. Космо заблочили, я сказал. Блин, заблочили называется. Сразу так минус, 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 минус. Но есть вариант, что дерево сейчас резнет. Но вариант не очень. Так, у нас дерево слили. Дерево, да, очень классный дает. Можно такой вот вариант вытащить всех. Правда, Фрей мы сейчас не вытащим, у нас вытащит все остальные. Рон, куда ты побежал? Больной какой-то. Ладно, сливаемся, ребята. Рон против Огника и против Фрея. Все, Огник включился, всех раздал. Атлантище. Ну, я не знаю, это бред, наверное. Ладно, побежали, ребят. Побежали по трешлым. Вот интересно, хотя нет. Они на этом, если бы они были еще... Ворожай быстро сольются. Можно было бы трешануть, конечно. Если бы ворожай не сливался вообще. Ой, хорош. Сейчас реально хорошо блокнули. Космо слили. Вот смотрите, просто с заходика практически на изи. Ну, сейчас с Огником могут быть такие траблы.
Посмотрим, как. Главное, чтобы Атлант включился вовремя. И Огника блоканули опять. Так, немножко они разбежались. Ну, Ара. Ара красава. Все четко. Просто все четко. Вот так вот. Не прошли мы всех топов, но зато смогли там более-менее таких убить. Как видите, есть проблемы с выбором противника, потому что у многих разные прокачки. Все, пишите комменты, лайки, репостики. Всем удачи, всем пока.